Ее длина 3 километра, ширина 60 метров. Теперь аэропорт Краснодара может обслуживать дальнемагистральные суда с большей вместимостью. Это позволит расширить географию полетов из кубанской столицы. Открыл новую взлетно-посадочную полосу губернатор Вениамин Кондратьев. Краснодарский край и Краснодар будет более доступным для жителей всей нашей страны, для отдыхающих. И нашим жителям нашего края и краевой столицы будет еще удобней прилетать в наш город. Краснодар сегодня это не только культурная столица Кубани, это на самом деле культурный центр и деловой центр в Южном федеральном округе, поэтому реконструкция воздушных ворот позволит Краснодарскому краю и Краснодару выйти максимально в транспортной активности, максимально и те контакты, которые сегодня активно развиваются, и отношения с партнерами из других регионов и даже из-за рубежа, благодаря этой полосе могут быть более активными и динамичными. После запуска новой взлетки в течение 10 минут на нее приземлились борты 5 авиакомпаний. По словам руководства аэропорта, в планах также и его реконструкция. В перспективе Краснодарский аэропорт хотят сделать транспортным хабом, включающим в себя железнодорожный аэроэкспресс.